Итак, мы вернулись, продолжаем играть в Watch Dog. Так не доиграли, блин. В тот раз у нас произошел какой-то баг, и поэтому давайте поплаваем сначала, а потом приступим. Нырять нельзя, да? Жалко. Ладно. Если сейчас никакого бага не будет, то мы по-любому пройдем миссию. Так. Я уже забыл, как что делать. Понимаю, это концентрация. Угу. Так, что-то я не то выбрал. Как убрать? А, вот. Ну ладно. Так, камера. Давайте пометим все цели, всех противников. Заблокируем подкрепление. Очень-очень удобная способность. Так. Помехи можно сделать, да? Но мы не будем пока. Ага. Отвлечь можем. Подкрепление вроде не может вызвать. Вот этот еще остался. Ничего такого. Ладно. Давайте отрубать их по очереди. Чтобы пробраться... Куда нам надо? Вон туда, да? Ничего, сейчас мы... Сейчас он сюда должен, по-моему, подойти, да? Не, не хочет, гад, идти. Ну ладно. А может быть, нам это даже и на пользу. Что у нас тут чувак делает, я не вижу. Рыбачит, что ли? А, он просто отвернулся. Этот пив пьет. Да, у нас отличный шанс есть. Или нету? Там кто-то шляется. Вот, блин. Что-то я неудачно пропалился. А, стоп, а я выполнил? Отправляю тебе список гостей. Судя по всему, клуб подстраховался. Ну ладно. Экраны будет палка. Хорошо, сейчас найдем тебе личность. Вымани его сюда. Не из нашей страны. Чтобы его не знали в лицо. Ясно. Так. Вот. Черт, изобразишь мистера Банга? Это вряд ли. Европейцы есть? Николас Крискин. 32 года. Он тут. Родом из Америки. Да, кто? У нас раненый. Боже. Тут его предпочтение. Я он тебя урою! Черт, у нас банка раненый! Его звали? Два. Криспином ему придется исчезнуть. Я должен буду убить его. А? Нет, думаю, нет. Мою сестру погибли. Ради нее я готов на все. Если для тебя это слишком, откажись. Я не обижусь. Нет. Без проблем. Этой твари не хватит. Хороший выбор. Он должен забрать машину из автосалона. Ясно. Там и найду. В автосалон, что ли, я так понял? Покинуть Марин или Марина, даже не знаю точно. Смотрите, вон там вот какой-то маяк. Или что это? Интересно, туда можно? Без шума и пыли. Ну, мы выполнили, в принципе. Так. А что это? Этот автосалон в Мэд Майл. Но сначала надо взломать центр управления. Ладно, не хочу. Время тратить. Так, давайте, я уже забыл, как там карта.
А, да, X. Х, буковка Х. Так, едем сейчас. А, ну нам надо взломать. Че, никак, что ли? А, я на воде, да, точно. Сейчас мы на берег сойдем. Проложим себе путь, либо... А можно даже, наверное, так доехать на лодке. Взломаем CTOS и... И посмотрим, что нам дальше делать надо. Да, мы так и доехали. Неплохо. Так, так вот здесь... Вот, пирс. Так. Рыбаки. Стоп, да он просто чокнутый. Чокнутый. Здесь рыба плохая рядом с городом. Хотя тут море. Ну, ладно. Так. Так, у нас здесь запретная зона. Давай. Это сейчас, в принципе, можно их перестрелять всех там. CTOS и все. Так, а как нам пробраться? Камера. Надо было. А, ну вот, в принципе, есть тут вход, да? Все равно камеру бы какую-нибудь. Что-то это самое. А вон. Эть, не то. Камера. Так. Это что такое? Есть... А, есть скрытая камера. Ну... Так, заблокируем. И... Вот еще один. Можно его взорвать. Но мы не будем этого делать. Так, что, все? Так мало народу? Да не может быть. Не может быть. По-любому еще где-нибудь есть. Так. Слушайте, да, по-моему, только четверо, да? Давайте что такое, запуск. Нам не нужно. Ветеран, элита и вызвать подкрепление. Справа внизу в углу пишут. Так, а что нам надо найти? А, надо найти охранника. Получается, что... Что я, походу... А, вот он. Ну, код доступа. Теперь надо взломать сервер. Какой сервер? Есть скрытая камера. Так. А куда теперь-то? А, ну нам туда же, да? Все равно надо, наверное, я думал, может быть, мы сейчас взломаем, и нам не надо будет месиво устраивать. Ну, входить. Туда нам надо. Слушайте, он там что-то такое мигает. Как бы туда. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет. Надо как-то он туда переключиться. Ладно, давайте сначала на этого. Я просто хочу посмотреть, может быть, не обязательно пробираться туда. Воспользоваться своим... устройством, взломать камеры и все, и сработать бесшумно. Блин, вон того надо сейчас. Камера раз, и где-то еще с камерой ходят вот это. Давай, есть. Так, и еще у нас вот камера. Все. Так. А тут все. Больше нет камер. Жалко. Придется пробираться. Тогда, пожалуй, надо обойти с той стороны, чтобы нас там не заметили, потому что там, мне кажется, меньше народу ходит. Здесь вообще закрыто. Я тут перелез.
Несложно, в принципе. А, тут, по-моему, охранник стоит. Да, что-то я его не засёк. Может, это... Ой! Что за хрень? Что-то тут не так. А чё, всё, я заблокировал? Ещё шаг, и ты труп! Я, походу, заблокировал, наверное, да? Жить надо! А! Твою дивизию. Блин. Стоп. А... Почему? Я же это самое заблокировал всех, кто может вызвать подкрепление. Башню, 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 башню. Башню, башню, башню. Слушайте, это фигово. Ой-ой-ой. Мужики, сейчас рванет. Так, сейчас он высунется. Мы его занесем. Иди, прикрою. Так, и у нас есть... Так, это не то. Граната можно изготовить. Принято. На, пофиг, разберемся. На, вот и мы. Может, сдашься? Тихо. Ладно, если мы сейчас срём, мы мы заново уже с этим. Кто понял? Уже будем знать, что они могут вызвать подкрепление. Точнее, будем знать, что как Грена взять. Так. А, да, точно. Ёпта, слушай, сколько их там много-то, а? О, мяса сколько будет. На! Вот это я понимаю. Да, кстати, вот это я попал. О! Все. Шикарно. А, один остался. Наверху, что ли, где? Снайпер или чё, ёп... Наличные. Ищите, он близко. То есть, кому искать-то уже все? Всех положил я. Дробовики, патрончики собираем. Ладно, давайте. Сейчас будет за... Да кто паль? А, вот он остался. Педик. Ладно. Сейчас, может быть, будет забавно, если... А, вот это надо взять, да? Нет, это боеприпас. Так, а как нам туда пробраться-то? Максимум. Так, слушайте, что за... А, во! Можно было, думаю, с камерой. А, нет. Ладно. Так, давайте взламывать. Я уже забыл, как тут что делать. А, это нельзя трогать, да? Понятно. Где у нас тут активная ячейка? Чё за хрень? А, вот. В чём прикол? А, да, всё. Это мы взломали. Куда нам надо, кстати, я забыл? Вот сюда, да? Это мы тоже взломали. Это идёт... Сюда кнопочка. Это что такое? Это можно сюда. Во!
камненько. И вот так. Все. Так, а это что такое? А, это опять склады эти гребаные. Так, мне вон туда надо. Открываем. И слушаем. Что тут говорят? А, нет. Так, готово. Все. Теперь Николас Криспин. Отлично. Алло, это Эйден. Дядя Джекса. Хотел узнать, все ли у вас в порядке. Сначала расскажите, как там Никки. Она не звонила. Пока разбирается в себе. Боюсь, ей нужно время. Джексон очень по ней скучает. Могла бы ему позвонить. Он себе места не находит. Хочет домой. Я понимаю. Все передам. Если будут хоть какие-то проблемы с Джексом, если он сбежит или еще что, сразу звоните. Ладно. Позаботьтесь о своей сестре. Да. Конечно. Йоу. 911, расскажите, что случилось. Пришлите полицию. Можете повторить? Алло? Блин, пушку-то убери, ядрить. Бери пушку и вали отсюда. Да ё-моё. А, бесполезно. 911, напишите, что у вас случилось. Еще весь город перестреляют. А. Все, меня никто не видел. Да что об вас всех? Ладно. Побежали отсюда. Расскажите, что произошло. Пришли помощь. Тут люди, срочно. Тут кто-то стреляет. Куда не узнали? У нас разрешение на сканирование. Начинаю поиск преступника. Так. Сканер сетевой, что-то барахлит, ждите. Что с тобой? Все, все, все. Барахлит у вас сканер. Сбой сканирования сетевой. Ожидайте. Где тачки какие-нибудь, машины, блин, гребаные? Ладно. Не буду больше помех врубать. Похоже, CTOS кого-то засек. Подозреваемый обнаружен. Да где машина, ёб твою нафиг? О, тачка какая-то стоит. Погнали. Мы ведем погоню. Его нужно остановить. Сейчас я его в бок долбану. Так. Куда бы нам... Блин, а миссия-то где наша? Ладно, давайте куда-нибудь... Поближе к мостам, вот сюда. Ой, вертолет еще. Вертолет это не очень хорошо. Полиция, стоять на месте! Эти вот заграждения. Что-то я неудачненько влепился как-то в стену. Можно было прокачать эту самую херню. Хорошо, что я взял. Слушайте, да, надо было вертолет как-то. Как я отстану от вертолета? Этот парень умеет водить. Или поспеваем. Это жопа. А, все, вертолет в принципе уехал. Улетел. Внимание, усиленный наряд начал поиски подозреваемого. База, не вижу подозреваемого. Видим объект, преследуем. Так, у меня батарейка-то не зарядится. А, батарея разрядилась, точно. Есть шипы! Останови машину и сдавайся. Нормально. О, да, детка. О-е-е. Так, все. Теперь самое главное. Уйти из зоны поиска. Гребаный. Че, за мной что еще кто-то едет? Я же заграждение поставил. Да как? Быстрее давай. Еще быстрее. На поиски подозреваемого отправлен усиленный патруль. Фигово.
приближаться к обочине. Даже не собираюсь. Похоже, объект скрылся. Мы его упустили. Да, все, все, поехали. Ну быстрее же, быстрее же. В туннелях уже искали? Быстрее, быстрее, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, еще чуть-чуть, совсем капельку, еще чуть-чуть, совсем. Уйди, уйди. Давай, давай, давай. Он ушел. Надо разослать ориентировку. Есть, детка. Администрация порта конфисковала контейнер с армейским вооружением на миллионы долларов. Как груз вырубить радио, гребаный, меня бесит. Но неизвестно, как он попал в страну. Так, скорее все. Всего, это часть масштабной... Так, все, все, все. Так, теперь мы должны ехать по заданию. Гляд бездны. Вода. Детали не ясны. Так, машину надо поменять. Чтобы опять не запалили меня, самое главное. Может, побольше тачку, но... Я люблю какие-нибудь иномарочки скоростные, такие спорткары, ладно. Извините. Кстати, надо было, может быть, прокачать функцию эту с вертолета. Хотя, я так посмотрел, от вертолета даже, мне кажется, чуть-чуть легче уехать, чем от машин. Может, потому что вертолет один все-таки? Не знаю. Это я, вот это я не знаю. То есть, если от машин, если вертолет просто летит прямо, тебе стоит свернуть, он уже тебя из виду потеряет. О, машинка хорошая проехала, ладно. Мы тоже уже проехали. Не будем останавливаться по пустякам, едем по заданию. Так. Я не пойму, аудио, что ли, мне что-то такое. Не важно. Вот. Ну а по, кстати говоря, мотоцикл. По очкам навыка, что там у нас? Дерево навыков. Так. Я уже забыл, как там. Мотоцикл. Так. Стоп. Укрытие. Рукопашка. У нас... Во. Навыки. Бой. Чё тут у нас? Тут, в принципе, всякое говно осталось. Или чё это время? Нифига, как подлетел. Время концентрации. Чё тут у нас ещё? Увеличить запас взрывных устройств. Ну, кстати, я думаю, на одну единицу там увеличит и всё. А, кстати, чё это такое? Уменьшает отдачу. Ну, я думаю, это не сильно будет заметно. Могу ошибаться, конечно. Бесконтактное СВУ. Самодельное взрывное устройство, которое реагирует на движение. Так, а нам сначала это надо прокачать. Не, нам вот это можно, да? Дальше вождение, взлом и бой опять, да? Ну, взлом можно... Мы уже, по-моему, 100 раз смотрели. Увеличивает количество денег. Добавляет ячейку как аккумулятору. Так, и выводит вертолет из строя на 15 секунд. Кстати, вот мы можем распределить очки навыка на аккумулятор и на вертолет. Как раз нам хватит. 5 очков. 5 что-то. Ой, нет, не надо чуть такое увеличивать скорость смены. Оружие, идите в жопу, мне вообще это не надо. Можно попробовать увеличить ячейку. Либо воспользоваться. Так, так это нам не надо. Улучшает скрытность. О, помогает оторваться от преследующих вертолетов. Слушайте, требуется. Ну это неплохо. Мне это нравится. А тут что у нас? Ой,
не знаю, брать ли или нет. Давайте, наверное. Слушайте, а что тут было? Во, что-то здесь. Вот это. Кроме других игроков, да? Ладно, оставим пока все как есть. В принципе, мы так, я так всегда и делаю. Так, надо назад развернуться. Ну, в принципе, мне понравилась эта функция. Что можно скрыться от копов. Ну, там, блин, где ты тулочки-то найдешь? В принципе, если по сторонам посмотреть, то... То есть, они же на хвосте у меня постоянно. Твоя, сбил человека. Копы на хвосте у меня постоянно, поэтому сложно так вот припарковаться где-нибудь и скрыться. Ну, хотя вот видите, в кустиках можно. Ну, я думаю, стоит того прокачать. Трогаем мой байк. Кто тронет, пристрелю. Так, ну давайте взглянем в бездну. Что там у нас? В этой, ух ты, бездна какая темная. Да. Черт. Клара же к такому не привыкла. Не буду осторожен, спугну. Криспин мой билет на аукцион и шанс подобраться к Ираку. И он исчезнет. Сломайте щиток. А, кстати, давайте бабло соберем. $400. У кого-то должна быть синенькая эта херня. Так, а где мотоцикл? Я же его здесь оставил вроде. Или я что-то не помню. Или, а, наверное, на той стороне он. Блин, ну уже стырили, но это бред. Ладно. Вот он. Песня, ничего такого, нахера мне твоя песня. А вот мотоцикл, все правильно, да. Ух ты, ёп. Как ты это самое неудачненько пробил. Ладно. Тут все на виду. Лучше бы мне не шуметь. Неудивительно, какой ты сильный, по лестнице вверх забрался на мотоцикле, да еще и задом. Ой-ой-ой, взлом. Ой, 12 секунд, да вы что, гоните? Что делать-то? Я не успел. Ладно, давайте заново. Так. Эй, я же успел. Блин. Ладно, давайте быстро. Да ёб твою задницу. Сейчас. Есть. Что-то мне это палец часто... Мистер Куин хотел, чтобы вы запомнили свой визит в Чикаго. Что мне тут делать? Тихий мотор, да? Скорость и шик. Мистер Куин сомневался в цвете. Можете выбрать любую. Надо мне сюда заглянуть вот тоже. Ясно. Подготовьте для меня. Может, расписание у него на телефоне? Нельзя его тереть. Слышал я про него. Полный псих. Вину не нужны деньги. Зачем было связываться? Тут новые возможности. Может, Вальтер расширяет бизнес? Нет, я за него под пули не полез. Ну, ясно.
Вы когда-нибудь видели, чтобы в автосалоне люди, охранники с автоматами так стояли? Я не знаю, я вообще не заглядываю, но просто мне кажется, это бред. Но как-то стоят, как будто бы военная база какая-то охраняют. Так, а чё? Слушайте, две батарейки требуется, чтобы заблокировать, я так понимаю, да? Сейчас подзарядится. Так, а устранить? Крис, что-то растение, ветер в помещении, это с ума сойти просто. Так, все, две батарейки. Две ячейки, теперь здесь все. Теперь буду знать, что нам требуется. Только что такое? Типа я стою там, да? А вот еще один. У нас разряжено. у нас было, наверное, тогда разряжено устройство. И поэтому тогда, когда CTOS атаковали, нас прессанули там. Ладно, давайте. Дождем еще чуть-чуть. Сейчас одно деление, вот все. Блокируем. И переходим в... Камера крутится, что ли? Так, мы можем взорвать. А, нейтрализовать надо вон. А, нет, который там в кабинете. Ну что же. Так. Подкрепление может вызвать только двое. Поэтому нам нужно дождаться, пока батарейка зарядится. Лучше подождать. Чем рваться вперед, все. Раз. И вот этот еще. Так. Давай. Надо было еще деление одно взять. В принципе, сейчас могу взять прокачать. Ладно, давай, все. Ага. Вот что. Вот оно чё. Так. Чё тут? Мне, в принципе, ничего там не надо. Ладно. Давайте проберемся. Давайте даже на мотоцикле. Сгоняем, посмотрим, чё там у нас. Вот твою. Можно ли пробраться? Слушайте, я так понимаю, нейтрализовать. Это типа... А, ну устранить, да. Чё тут? Так. Так, так, так. Хотя, знаете, у меня есть идея. Сейчас мы отойдем подальше. Так. Можно даже максимально далеко... спрятаться. Сюда прячься, идиот. Выберем снайперскую винтовку. Так, а где она у нас? Вот она. Вот этого, да? Слушайте, а эта дверь типа это самое. Быстрей! Боюсь, чтоб тебя не запалили. Только мотоцикл как же. Насрать. Как они светофор бомбанули одной пулькой. Забавно, забавно. Ладно, стоп. А у меня задание там же. Взломать надо, ёб твоё. Куда я поехал-то? Действительно, не было. Все не может быть так просто. Где я? Так, стоп, слушайте, а давайте-ка... Сейчас мы подъедем на безопасное расстояние и... Ты какой байк, а, ёб твою. Плохой. И давайте бомбить их из снайперской винтовки. А где они все? Там машина какая-то поехала, мне это не нравится. Стоп. Мистер Кристен. А где все? Хобби наслышан. Хотите веселье с девочками?
Звоните в Infinity 92. Спросите Поппи Спешл. Получите доступ на аукцион. Забавно. Похоже, Криспин собирался забрать что-то под названием Поппи Спешл в клубе Infinite 92. Infinite 92. В списке такого нет. Но есть упоминание на форуме. А, похоже, так называемый мужской клуб. Подпольный, конечно. Значит, Поппи Спешл женщина. С кучей шум. Да, в дофиге Куина про это есть. Нормально. Вряд ли Поппи пережила бы их. Нормальный. Думаю, мы оба знаем ответ. Я сейчас в клуб. Приглашение Криспина там. Сейчас со шлюхами будем отвлекаться. Смотрите, проберитесь в VIP-комнату Infinity 92. Где... Потом... Что же, мы сейчас проберемся. Мне понравилось, что можно войти в автосалон. Или что это такое, не знаю. Бомбануть, ой, машинку взять и угнать прям через стекло. Я думал, все будет банально, ничего нельзя будет сделать. Ну ладно. Так. Ладно, я думаю, продолжим в следующей серии. Я надеюсь, у нас сохраниловка была. Вроде да. Ладно. Какую максимальную скорость развивает этот мустанг, я даже не знаю. Мне муха в рот залетела по-любому на такой скорости. Все лицо бы было говнем комариным. Ладно. Так. Опа, какой длинный тормозной путь. Что же, вот наша цель.